Тренер муниципальной спортивной школы города Камрад Валерий Сырбу выразил эмоции от выступления спортсменов на чемпионате. Он отметил, что команда показала высокий уровень подготовки, что позволило достичь значительных результатов. Валерий Сырбу подчеркнул, что основной работой в следующем сезоне будет улучшение технических аспектов и стратегии боксеров. Гагаузию представляли два города и одно село – это Чадырлунга, Баурчи и Камрад. У нас было 7 боксеров в разных весовых категориях. И вот ребята достигли таких результатов. 2 бронзы, 1 золотая медаль. Молодые боксеры, взявшие участие в чемпионате, поделились своими впечатлениями от соревнований. Они выразили радость от достигнутых результатов и благодарность тренерам за поддержку. Спортсмены рассказали о своих планах на будущее и призвали всех юных спортсменов не переставать мечтать и усердно трудиться. Я считаю, моя команда выступила хорошо. Мне понравилось. Это было мое первое соревнование, и я очень рад 3-му месту. Для меня соревнования прошли хорошо. Я провел 2 боя. Один из хэнчешт, а другой из бендер. Соперники были не очень легкие. Они тоже много старались, чтобы победить. Соревнования довольно прошли хорошо. Наша команда, я считаю, выступила отлично. Первый бой у меня был с бельцами. Второй бой с резиной. Чемпионат Молдовы среди боксеров-юниоров подтвердил, что молодежный спорт в стране находится на высоком уровне. Ребята продемонстрировали не только физическую подготовку, но и настоящий спортивный дух.